ни тебе Игоря Бега Татарского, ни Змея Жирыныча. Пойди, что ли, повеситься. Пойди, пойди, разделай все нечего. Так еще не набить на татарский, сколько старый. Получит тебе ничего не должен. Тогда дал почту свою, гулярку, красавицу писную. Промежутку со славой. Его взять на все, чтобы он в жизни благодарен. А что, и ему хорошо, и мне рады. Ну что, не хорошо. Думал, что взял жену скромницу, 30 лет по щелку, а оказалась все печи, и все эти камеры сидела, разогнала твоя уярка. Ну, хватит ему, я знаю, не молодой же хоть. Ты мне лучше скажи, что это в моем царстве государстве никаких ЧП нет? А что нечисто? На змей крутится, ты лучше не будешь ужаться. Сапог забился с ним? Сам что ли? Ай, Гачо! Чо? Куда собиралась? Не летает, не чинит ничего. А что, Игорь, замуж там собралась? Ты, царь батюшка, дождь вырывать за дух, совсем раскиснешь. Ишь ты, замуж ей захотелось. Сколько грехов собаку кровала, а на старости лет замуж ей подавай. И это вести из нового замка украсит. Нет, отговаривай, пойду, товарищ. Да погоди, куда мне это уберусь? Никуда она не денется. До места идет, это правда, у него проблема какая. Саня, давай. Какая проблема? Коли деньжат, так по проценты дай. А ежели там наду, так и ты сгодишься. Да не шумите, ты царь батюшка. Слышишь, жизнь в ту полетит. Небось, земли стало дно. Баба-Яга. Вот цветы слегка завяли, но красоты не потеряли. Ладно, а чего?
чего же дуритов? Да, конфеты тут тебе. Я и подписал, и где. Может, слушаешь одну, а то я тебе помогу. Это что еще такое? Ай-яй-яй, какое горе. Тоже с ней ты собирал? Ты что собирал? А, ты что, трухлявый, обалдел? Ты куда конфеты дел? Была коробочка полна. Это море встало. Тоже с ней ты собирал? Все, Леша, ты меня достал. Ты специально издевался, чтобы надо мной весь зал смеялся. А теперь... Так знай, тебе я... Тебя за это не прощу. Тебе я сильно отомщу. Я так сюжетик закручу. Я Новый год не пропущу. Не будет праздника у вас. Я папу устрою сей же час. Помочка и щелечка всегда в мирах. Мы вместе повернем часы назад. Сейчас я позову его. Умарила, не могу. Кощейки сроду не придет. Его морозом прошибет. И как ты, дура, не поймешь. Часы назад не повернешь. Давай подходим на щелчок, что Новый год наступит в срок. Опять ты стерешняк. Ладно, с тобой спорить не накладно. А как обманешь ты меня, дай щелчок и фитик на 3 дня. Пойду и заколдую вашу снимочку. Не видать вам праздника, как собственных ушей. Ничего, ничего, посмотрим, как он перехитрит. А в это время на лесной полянке... Иногда чудеса не ждут, и они наступают раньше времени. И прямо сейчас вы станете свидетелями одного чуда. Встречайте ожившие елочки. Масс-эффект. Масс-эффект.
Ну,
самое похоже, самое лучшее. А это что за чудо, горло, вас убежит по лесу? Аплодисменты.
Спасибо. Нам народу хватит, чтобы мы это хоровод захватили. Давайте все хороводы приглашаем. Что, давай в этот? Давай в хороводе, что ли? Что? Сейчас будет в этом. Думаю, так снимать. Го, пацаны, го, го. Пошли игрушки. Пошли игрушки возьмем.